1 марта состоялось торжественное открытие объекта, которого все ждали с нетерпением. После капитального ремонта открыл свои двери плавательный бассейн в школе номер 1 Десногорска. Совместными усилиями администрации города, Смоленской АЭС и советом руководителей была проделана большая основательная работа. Привлеченные подрядные организации приложили немало усилий. Теперь здание бассейна представляет собой современное, светлое и безопасное помещение. Объем проделанной работы огромен и виден невооруженным глазом. Стены и чаши 25-метрового бассейна были полностью реконструированы и обновлены новой кафельной плиткой и сопутствующим инвентарем. То же было сделано в раздевалках и душевых комнатах. Установлены новые системы водоочистки и фильтрации, восстановлена электропроводка. Благодаря современным системам вентиляции и кондиционирования помещение поддерживается комфортный микроклимат, несмотря на время года и температуру на улице. Таким бассейн должен был быть уже давно. 8 лет назад подрядчик, который взялся за капитальный ремонт помещения, не смог выполнить свои обязательства. Из-за последующих судебных разбирательств ремонтные работы были остановлены на неопределенный срок. В 2017 году завершить этот важный для города проект взялся совет руководителей предприятий города. Вопрос запуска бассейна у нас, к сожалению, растянулся на долгих 2 года. Но тем не менее, мы нашей командой смогли эту задачу решить. Реализация проекта сопровождалась определенными сложностями, которые были успешно преодолены. Здесь скрытые дефекты. Труба, которая она забетонирована. И сегодня, слава Богу, я говорю, слава Богу, это действительно праздник. Праздник для детей. Мы нашли причину и установили это действительно подарок. Важность этого спортивного объекта трудно переоценить. Плавание – это не только полезные физические нагрузки, но и новый вид досуга подрастающего поколения горожан. Все мы знаем, что дети в гаджетах, надо побольше двигаться, надо побольше, а тем более плавать. Это все укрепляет и здоровье, и иммунитет, и все силы нашего организма. Поэтому мы очень рады и выражаем огромную благодарность нашей школе, администрации, Смоленской АЭС и всем подрядчикам, которые выполняли технологическую часть пуска бассейна. Теперь любители оздоровительных водных процедур смогут заниматься любимым занятием круглогодично. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.